Всем привет, друзья! У нас погода холодная. На улице минус 9, под крышей минус 6. Подогрева нет, соляра летняя, но завелся. Немножко подымел, сейчас уже нагрелся. Машину убираю и едем. Едем. Сами увидите сейчас. Забыл ворота закрыть, бегал, закрывал ворота. Так, в тракторе печка работает, комфортно все. Что-то он пенится, не хочет заправляться. Вера, привет! Что он пенится, не хочет заправляться? Солярка нама. Давай хоть. Сейчас сколько-то заправим. Кое-как впихал. Что там? 15.1. Короче, на косарь чуть-чуть больше. Она вылазит сюда наружу. Ну все, гоним. Так, что у нас? 15 литров. На косарь. Погнали. Косари летят. А мы гоним. Дальше работать. Заехал на еще одну заправку. Но у них нету тонких пистолетов, которые влазят в мой клапан в бак. Девушке он говорю, сделайте механикам, передайте. Она говорит, да звоните на горячую линию.
Ну что, все? Все. Выезжаем. Телега зацеплена. Так, заехали он до дому. Колесо спускает немножечко. Подкачали колесо. Все, двигаемся дальше. Так, что нам делать? Так, все. А я забуксовал. Так, что-то там он проверяет колеса. А, там все. Ручник отпустили на этом. Вот чё. А у меня трактор же тянет, не чувствует его. Оказывается. Оказывается, был прицеп на ручнике, блин. А трактор-то не чувствует. Трактор-то его не чувствует. Побежал трактор, а то, блин, я его тянул. То, что вот так, друзья. Фаршированный трактор не чувствует ручника на прицепе. Скажет, лечу там, как сказать, догнал автобус. Автобус всего 50 едет. Вот 60 сейчас с Бугра разгоняется. 66. А он 50 всего ехал. Я 60 еду. Так что спокойненько. Телега за мной.
Сейчас, ребят, там машина вон стоит на перекрестке. Уберут. Привет, я говорю, что не здороваемся? А я что-то в этот самый не обрутил, говорю, что-то трактор тут делает. Куда повез? А вон, на Кума. А то мне надо это, телевизор выйти. Ага. Ребят, оказывается, кузов-то груженный, и там есть поддоны. А вот здесь местный клуб, а он топится дровами. И Кум говорит, надо выбросить деревяшки хотя бы это, ну, чтобы клуб топить. Ну, попилят как раз и тепло будет, и выкидывать не надо будет куда-нибудь. Так-то дрова есть, специально вон привозят, вон за углом лежат. Капец, а он-то груженный, я думаю, чё он так? Ну, прет, ничего, нормально же? Нормально, быстро куда доехали? Вон, там и дрова тоже у них есть. Ну, а так-то ничего смотрится. Он на ручнике был, я думаю, чё он так чуть-чуть, как бы, туговато. А он на ручнике, его пофигу, прет ему. Еще плоховато, что вот здесь вот у меня-то шар на телеге, а здесь это, и чувствуется тык-тык-тык-тык-тык колотит. А так нормально. Ну, можно сюда резину вставлять такую, нормально. Сам сюда проезжай. Ручник. А, я знаю. Слушай, он работает еще, похоже, блин. Так я его тяну, думаю, а что у меня дым пускает? Да, посмотри. Да, он работает. Вообще телега офигенно. Ну, единственное, вот шар, тут у него шар поставить. Ты имеешь в виду, вообще шар, это, прицепной шар? Ну вот это универсальное, вот согласись. Ну так я вот и шар ставлю. И... А, то есть у тебя шар ставится? Да, у меня здесь шар же прикручивается. Ну это да. Помыть только надо, а так все нормально. Кум, ты мне только скажи, тебе-то самому понравился? Вообще все четко. Вот, ты ряд тут выставил. На зиму все приготовил, да, Володя? На зиму, говорю, все приготовил, в ряд поставил. Молодец. Два в тепле стоят. Два в тепле еще стоит. Ну ты облайхан. Нормально, мужики, так и надо жить. Чтоб все было в запасе, как в 80-е и 70-е годы. Так, сейчас я что поставил? Ну да, сейчас я развернусь тогда. Давайте и пойдем чай пить. Сильно хватает всякое. И 28-я, по-моему, его. А, это Т-150-овская. Кто думал, у него 28-я. Нет, Т-40. Все, разворачиваемся. Рискованно как-то я проехал. Ну, зеркало вон. Вроде не задел. Все четко. Все. Говорит, пошли, пойдем обмывать, говорит. Все, пошли. Пошли, обмоем. Чаечком. Ух ты, не хочет даже глохнуть. Чаечечком. И поедем дальше.
Так, у него тут зашли вовнутрь, чай попили мы уже. Кум работает. Даже птички, ласточки тут. Гнезда у него тут вообще. Вон аж весь потолок в гнездах. Вот такая мастерская. Сельская мастерская. Есть станок, запчастей куча. Даже два станка. О, круто. Так что вот так сельчане живут. Как? В деревне никак больше не живут. Пошли дальше. Грохотает там. Полигон рядом? Полигон же рядом. А че они все? Ага. Это как будто бу-бу. О! Лошадь у него есть. Такая морда. Морда такая. Собака. Собака у тебя-то от мяса-то не это. Не худеет. Такая сельская жизнь, ребят. Мотоцикл есть. Прицеп притащили, но этот вы видели. Уже Т-150 с экскаватором. Сейчас он его заведет. Где-то солома едет, будет разгружать. Ты на нем будешь разгружать, да, Володь? А? На нем разгружать будешь? Ну, да. Т-150. На нем удобнее. Быстро раскидал. Короче, самый живучий трактор это Т-150, ребят. Так что... Так, о! Слышите, сгрохотало? Ну ладно, кум, я тогда погнал. Тут это, я что-то замерз. Ладно, давай, спасибо. Давай. Извиняй. Давай, дорогой. Не, все нормально, вообще, я даже рад прокатиться, хоть трактор застоялся. Адреналинчику. Застоялся, блин. Адреналинчику хапнул, так сказать. Я хотел с тобой поэта, Не-не, работа прежде всего, потом посидим тогда. Я как-нибудь приеду с ночевой. Мы нормально посидим, ладно? Все, давайте. Погнали мы тоже дальше. А то трактор остынет.
и все, ребят. Я дома. Трактор поставил, вон, видите, как притирочку. Больше он в этом году выезжать, наверное, не будет. Так, где тут печку выключить? Ну и все, на зиму. Завтра поставлю его на козелки. Что-то у меня там парит. Пойдем посмотрим. А, это попал этот снег сюда. На горячую часть запарил. Ну все, козелки наготове. Ставим. Можно, в принципе, поближе его. Как можно шире поставил. Да, сейчас назад еще немножко сдам. Чтобы здесь проходил, если что. Погрузчик тоже на зиму будет ставиться. Все, всем удачки, всем пока. Прицеп перетащили. Все нормально. Сопли проходят. Так что скоро займемся погрузчиком, фарами. Ну, вот так у меня получилось загнать трактор в притирочку. И здесь места хватит для погрузчика. Мешки уберутся с мусором, вынесутся. Там ящики. Все, всем удачки, всем пока теперь точно. Завтра будем ставить на зиму его. На козелки.